Здравствуйте, меня зовут Егор, мне 15 лет. Сегодня я буду показывать силовой номер. Все началось с того, что у папы в кладовке была гиря 16 килограмм. Да мне папа это предложил ее поднять. Не торопись, не спеши, спокойно. Вот, определись, что ты считаешь правильным. И тогда мне было 12 лет. Резко раз поднял. Ребенок, да, вот когда вот он подрастает, все равно есть какие-то склонности. То ли благодаря его, скажем, да, то ли благодаря родителям. Как правило, да, родители первые берут за руку, ведут девочку на танцы, или мальчика ведут на танцы. Но мальчиков-танцоров я, честно говоря, не уважаю. Вот это самое. Это безобразие. Папа говорит, давай после 9 класса и давай. Дерзай, так сказать. Ты просто все время предлагаю, давай цирковую. Но я еще думаю. Еще мне больше на инженер-строителя больше тянет. Ну, я не знаю, я ему тоже это говорил, но сказал, ну, там инженер, думал, нужны мозги. Если он будет замечен, вот, допустим, той же академии, может его с удовольствием завтра заберут и дадут ему зеленый свет. А, физкультурист? Йо-хо! Скажи, пожалуйста, будущее каким ты видишь свое? Я еще определюсь. Вот у нас, допустим, есть такая цель, как бы мечта, в кавычках, это пока, если не бросит. Согнуть лом. Что есть согнуть лом? Вот ответ на этот вопрос. Лом 5 сантиметров, да. Готов? Готов. Тогда вперед. Самое главное, чтобы не разволновался. Зеленая от сколько? 24. Желтая? 16. Красная? 32. Это все это делал в квартире. В квартире ни наставника, ни ков сам. Сам сочинял, сам придумывал. Егор! Как бы ему сказать бы? Он пропустил несколько движений. Да может он специально это делает? Не-не-не. Забыл, думаете? Забыл, да. Забыл, ну волнуйся. Не, это нормально, не переживайте. Вот этого никто не повторит, никто даже здесь. Вот сейчас самое тяжелое и страшное упражнение.
тряпочка у него, не зубник, ничего, тряпочка в зубах. Сейчас он папу решил вывести, общаюсь папа. По-моему, Диму. Диму выйдут. Не, я могу попробовать. Вот это? Да. Я не могу. Не, нереально разорвать колоду, конечно, да? Но он молодец. Мир, 13 стран на него смотрела в Беларуси, он удивлял чудеса. Олимпийский чемпион его там, это, там за голову брали, когда он скручивал эти гвозди. Дмитрий сейчас увидит. Он же потом попросит, чтобы вышли, он хочет дать им сувенирчики. Это правильно. Там мы сейчас сделаем вам тоже сувенирчик такой. Мне будет приятно, конечно. Кто-нибудь, который повторил бы вот это? Нет. Он единственный, который показал? Да. Король Гир, чтобы такое сделал, что все никто не повторил. Это у Шекспира было, помните? Король Гир. Да. Помните? Річний Геракл, я тобі кажу так. Я кажу так, так само. Єгор, все очень серйозно, все очень круто, страшно местами. Я говорю да. Спасибо. И сувенирчики, Дима, они же не выходят за сувенирчики. Так ему надо самому сказать. Егор, позови, пригласи. Сюда. Всех? На селфи, да? Нет. Не забудь Славе первой. Опа. Славе первой, девочке первой. Ой, спасибо. А вот это, у меня сердечко. О, Егор, покажи Игорю Васильевичу легкое упражнение. Егор, покажи мельницу. Так. Це Льоха? Вперед. Одно із льох. Давайте. У мене штани луснуть. Так. Медики есть, вижу. Я завалюсь назад. Сиди, помогай, что ты стоишь. Ты поможи. Поднимай. Нам вдалось. А теперь обратно. Тихайте, я брошу! Егор, покажи мельницу. Ты жми. Егор. Спасибо, Егор. Удачи тебе. Егор. А ну-ка давай. О, не-не-не-не. Егор. Мельницу срезать. Покажи. Скажи, для всех девчат. Покажи. Дмитрий просит. Блин. Пойдемте, пойдем. Я уже аж переживаю. Туда пойдем. Что это? Ничего себе! Все, пойдемте. Перчатки да? Не забудете. Да, блин, перчатки! Ну! Да перчатки!
Блин, ну пш, ай. А что это было? Фу, волновался, да? Да, немножко волновался, но все равно так хорошо выступил. Да, мне кажется, вообще круто выступил. Скажи, остались еще номера, которыми в прямых эфирах сможешь удивлять? Есть задумки. Серьезно? Есть. Я поздравляю. Поздравляю вас. Спасибо. Спасибо и до встречи. Якщо вам сподобався виступ учасника шоу «Україна має талант. Діти», будь ласка, підписуйтесь на YouTube-канал «Україна має талант. Діти» і перегляньте цей виступ ще раз, а заодно усіх найяскравіших учасників цього шоу. Будьте з нами!